Я, например, нашла недавно бюстгальтер, он идет так, как гипноз, поняла, такими штуками, просто проволока и на грудь, то есть, ну, ничего лишнего, вот эти вот только штуки. Это прикольно смотрится. Так, чаечки. Ты тоже будешь чаечки? Да, да. Это мой любимый тест. Запишу. Мы еще купили огромную упаковку. Разных вкусов, да? Нет, один вкус. Здесь он еще фруктовый, у меня бергамот, и он же надоел. Ну, по сравнению с Гринфилдом, он вообще не такой. Да, давай, один сахар можно. Как снег копая, знаешь, вот такое вот чувство. Знаешь, что уже в Челябинске снег? Да, уже там давно же все это безобразие. Фу, вообще так красиво. Да? Да, но просто, ну, мне бы не хотелось такой холодине быть. По сравнению, здесь сухо, все нормально, и там снег. Ну так, на один денечек по снегу можно пойти погулять, и все. Ну да. Я бы вообще хотела побывать в ледяном баре. Все из льда. В баре? Да, знаешь, там, где все из льда. А, угу. Я думаю, что там долго не посидишь. Ну, там специальные одежки выдают тебе, шубы. У меня просто это друг в Майами, и это, и он туда поскидывал сторис, фоточки. Прикольно. Это просто, ну, глупо, да. Это выглядит просто, ну, реально, как в сказке где-нибудь там, у королевы снежной.